Уже замечены и отмечены оперным сообществом молодые певцы Дмитрий Корчак и Василий Ладюк, воспитанники выдающегося музыканта Виктора Попова и известного педагога по вокалу Дмитрия Вдовина. Они лауреаты премии «Триумф» и призов престижных вокальных состязаний, таких как, например, «Опералия», которая проводится под эгидой Пласидо Доминго. Сегодня они выступили с Национальным филармоническим оркестром России. Оба певца, тенор и баритон, подтвердили, что приглашение на концерт из цикла «Звезды оперной сцены 21 века» они получили закономерно. В программе арии из популярнейших опер Бизе, Россини, Пуччини, Верди, которые Дмитрий Корчак и Василий Ладюк блистательно исполняют на лучших оперных сценах мира.